Жители поселка совхоза имени Ленина на днях побывали на грандиозном концерте в рамках 7-го всеармейского смотра конкурса ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации. В этот день на сцену театра Российской армии вышли артисты ансамбля Северного флота. Они стали одними из 12 участников всеармейского конкурса смотра. Эксклюзивная возможность стать свидетелями такого масштабного события мира военной музыки представилась ограниченному кругу жителей поселка совхоза имени Ленина. Это руководители кружков местного центра культуры, их воспитанники и участники клуба пожилых людей «Золотая осень». Впечатления от посещения сегодняшнего мероприятия самые положительные, самые эмоциональные. Давно не испытывала таких приятных эмоций. Особенно полезной эта поездка стала для участников хореографического кружка сценического народного танца Центра культуры совхоза. Для ребят концерт стал практически мастер-классом от признанных танцоров. Нам предоставилась великая возможность искусство пустить в массы, в частности для нашего подрастающего поколения. Концерт ансамбля «Песни и пляски» Северного флота завершал конкурсную программу всеармейского смотра и был признан лучшим. Артисты коллектива взяли гран-при конкурса.